Три золота, серебро и две бронзы. Именно с таким достижением наша сборная выиграла медальный зачет на первенстве Европы по боксу, проходившем в Харькове. Украинские боксеры-любители выиграли три золотых медали на чемпионате Европы в Харькове, чем помогли сборной стать триумфатором медального зачета. Новыми чемпионами Европы стали Александр Хижняк в весе до 75 кг, Виктор Выхрис свыше 91 и Юрий Шестак до 60 кг. Николай Буценко стал серебряным призером, уступив в финале англичанину Питеру Макгрейлу. Также с медалями чемпионат Европы закончили Евгений Барабанов и Дмитрий Заматаев, которые получили бронзовые медали. Поздравляем нашу сборную с прекрасным достижением на домашнем чемпионате.